Вот читаю много комментариев просто в разных группах о Мишиной смерти. То есть человек погиб уже. Ничего не вернуть. Просто поражаюсь. Те, кто его знал, кто не знал, тем более, кто не знал, выражаются ухой там. Так сделал, сяк сделал. Да уже ничего не вернуть. Был бы другой вопрос, да, если Миша выжил, племянник умер. К нему вообще были другие вопросы, да, так мы его судили, там еще как-то. Но он бы точно не вышел бы без своего племянника. Это понятно. Что уже судить? Человека уже нету. Его не вернуть за свою ошибку просто, заплатив своей жизнью. Поэтому воздержитесь от комментариев каких-то, где, не знаю, держите их при себе. Тем более, если у человека не знали, говоря, бухой, еще какой-то. Просто я вот смотрю, читаю просто, не знаю. Да, он, можно сказать, там убился племянника, да. Хорошо бы ему будет говорить так. Да, он не один, уже лет у него. Но вы к себе прислушайтесь, хоть раз в жизни на красный свет не прибегали или не проезжали, сплошную не пересекали, или не приходили дорогу не положенном месте. Да, это своя, можно сказать, такая самонадеянность, за которую он заплатил своей жизни. Так что, ребят, давайте, как говорится, о покойниках, или никак, или хорошо. Спасибо большое.